Всем здравствуйте, доброго утра. Меня зовут Светлана. Сегодня у нас 11 ноября 2020 года, среда. Сегодня у нас такая вот погода, пасмурно. Можно посмотреть, за тучкой солнышко проглядывает. Плюс 4 у нас сегодня. Можно сказать, погода радует. Но уже прохладно. Хотела бы вам снять видеообзорчик канцелярии. Что я купила деткам. Кому интересно такое видео, оставайтесь со мной. Вот покупочки я совершила в Союз Печати. Вот. Гелев Союз Печать. Это... Я здесь взяла детям обложки на тетради. Вот, соответственно, приготовила тетради. Сейчас посмотрю, подойдут они или нет. То я раньше брала обложки. Сказала бы, чем отличается. И не подошли. Вот, соответственно, вот тетради две разные. Одна подлиннее, другая поменьше. Потом посмотрю. Вместе с вами применим, называется, посмотрим. Вот. Кажется, ничего не брала. И отдала вот 5 рублей 29 копеек. Взяла вот запаски такие вот, чтобы под ручки подходили, ну, чтобы поменять можно было, соответственно. Вот я уже расписывала, пробовала. Как они пишут, вот нормально. Вот такой вот стержень. Пишут как раз тоненько то, что нужно детям в школу. И вот, соответственно, сейчас запаски посмотрим. Что-то не получается расписать. Вот взяла такие вот 5 штучек. Я раньше брала наподобие таких. Вот эти нормальные ручки. Это не реклама, а то начнете писать, все рекламирую. Я просто делюсь отзывом на те продукты, которые мы своей семьей, называется, используем. Запаски стоят, если кому интересно, 27 копеек одна штучка. Соответственно, мне 5 рублей 35, а ручки 35 копеек. Вот. И... 20 у меня обложек на тетради, 2 рубля. И 19 копеек это у меня пакетик вот такой. Сейчас я включусь, а то мне одной рукой неудобно. Хочу попробовать. Вот подойдут обложка на тетради или нет. Вот, я вижу, что они подходят. Вот. Как бы, может, кому-то не принципиально, но вот можно видеть, что не подходит. Обложка на тетради. Вы видите, вот здесь вот топорщица. Сказала бы, с чем это связано. Сейчас другую тетрадь посмотрю. Ну, здесь более-менее, но тоже вот как-то топорщится. Какие-то обложки на тетради стали делать, кажется, нестандартные. Вот что и что делать. Ладно, будем. Еще раз нужно брать с собой тетрадь и примерять, чтобы подходило. А вот я знаю, что такая будет вот проблема. Ну вот такой небольшой обзорчик. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. До новых видео.